В давно забытых времена остров Альд был пышным цветущим садом, за которым ухаживал его покровитель, шестеро богов всего сущего. Жители острова не знали войн и были искусными ремесленниками. Однако шестая богиня обезумела и обратилась против своих сестер и братьев. Она решила завладеть всеми душами. И перед смертью она заронила в самые недра Альта семен своей злобы и жажды перед смертью, и те прослыли во всем сущем. Благословение других богов защитило тех, на кого падал их свет. В отчаянной попытке остановить распространение зла собрались Алерии вместе и создали оружие, существо обличье ворона, способное вместить их общую мощь для победы над блуждающей сестрой. Однако создание оружия поставило самих Альтер без защиты, и предательница не упустила возможность воспользоваться их слабостью. Она несла удар и заключила бессмертные души богов в гробнице глубоко под землей. Затем, довольная успехом, предводительница отступила в сердце Авальта, где прильнула к потоку исходящего от мира ненависти. Предательница не видела осуществления ворона, несовершенного и слабого. В своем храме он ожидает воителя, достаточно могучего, чтобы принять его изломанную сущность. Так ворон выполнил свое предназначение и положил конец правлению предательницы раз и навсегда. Интересно. Обучение и связь с вороном в дремучих чащах Марсмага на самом сердце Авальда кроется удивительный остров. Ходят слухи о великом испытании, еще более великое сокровище, которое можно найти в его пещерах. Вот только добыть их может лишь сильнейший. Но стоит лишь воину ступить на берег острова, судьба его предрешена. Пасть под тяжестью испытаний или подняться до невинных высот — пришло время. Итак, ребят, у нас есть выбор. Сложность, да, вот здесь вот нормально, сложный кошмар. Это, конечно, нормально, потому что у нас закрыты все остальные. Персонаж можно рассмотреть, да, поближе, бойца нашего. Так, здесь человек, Симлар и Ульвар. За каждую человек брошенную карту получаете 50 монет. Здесь еще карты включены, конечно же. Это эдакий рогалик, и, возможно, вам понравится, кому, кто любит особенно рогалики. Так, универсал, да, здесь, наверное, все откроется потихонечку, да. Здесь корона оружием и 8 брони. Можно брать любую карту оружия. Так, 15 к броне. Так, можно будет, то есть, персонажа настроить, да, вот так вот. Ну, особо ты не будешь сейчас нравиться, но просто рандом, да, включается. Так что здесь мы только можно поработать и выбрать рандом. Поэтому, наверное, надо будет посмотреть кого-нибудь интересного. Очень много выбора, да, то есть получается по... Как она будет выглядеть, да? Ну, разные вообще там получается. Бритый, кто-то не бритый, бабуля, вот. О, мужичок. Ну, прикольно, прикольно. Здесь есть пожилые. Это, конечно, не такой большой огромный выбор, но есть с чего начать. Вот, и... О! Я знаю такие выборы. Так. Так, ну я, наверное, вот на это и остановлю свой взгляд. Так. Ну что у нас? Найти путь к руинам, да? О, подкаты есть. Ускорение. О, вот воительница. Пройди мои испытания и докажи, что будешь достойным сосудом. Ну,
Ну, игра очень оптимизированная, очень кайфовая. Прям радует. Это будет интересное сражение. Так, оп, жоп. Я первый зал пройдет. Есть пробитие. А, это он захочет. Нет, попал. Никто не знает, как и откуда появились Аллери. Известно только, что они собрались вместе, чтобы создать остров Авальд и встать на защиту его жителей. Их последователи не знают боли, ни в чем не нуждаются. Мы преданно служим Аллери верой, а они взамен учат нас и хранят от подступающей тьмы. Наследие, сотка. Журнал, да? Вот он. Это есть вся информация, да, если что. 5 испытаний надо пройти. Она очень живописная, красивая. Вы, ребята, скажете потом для себя, ну, от себя, как вам вообще игрушка? Интересно, неинтересно? Защита ворона предотвращает урон. Если защита получает много урона, вы потеряете равновесие. Держивает. Парирование, так и скажите, не с атакой, а парирование. Монеты какие-то. Интересно. Ну, красиво. Очень живописно. Прям... Нехило поработали. Монету. Целедоточность разблокирована. При совершении действий в бою и тратится при получении урона. Так, окей. Всплеск, да? Ломлен.
Отлично. Ну-ка, ярость. 10. Предмет. Коготь ворона. Ого. Шикарно. То есть на какие-нибудь высоты, да? Подниматься. Это прикольно. Ну, она такая потягушка. Так. Элитные враги. Обычный, редкий и легендарный. Это обычный. Забрали частицу. Частица отображается в правом нижнем углу. У него есть собрать 3 частицы, чтобы использовать. Так, а что там дальше? Ну-ка, пробежимся. Угу. Ну что? Забрали. Здесь что-то есть. Так, выбрать карту. Потерянная мана. Сундуки позволят вытянуть с колоды карты наград. Так. Это бесплатное. Защита. Не, лучше вот это. Так, обязательно, да, надо разыграть. Так. Так, две маны. Так, еще одна. Существует множество карт, чтобы разыграть. Большинство из них требует мана. Угу. Найти более сильную и ману потратить. Интересно, выживание в бою. Так. Ладно, это мы забрали. Так, активирую частицы. Укрепленный плащ Ринвейк при получении урона 100 ошеломление врага отражается. Урон 100, нифига, ошеломление. К здоровью, к броне. А у нас что? Просто путешественника. Здоровье. А, к броне. Вот это. Поставили. Супер. Испытание пройдено. Минус одна мана. О, шлем появился. Добраться до последнего испытания.
Где он тут? Посмотрим, смогли ли мы пройти это испытание. Убить врагов. Вот эти что? Мастерство не пропить. Так. Карты. Щербатый наперсток. 5 к урону. 60 к урону от оружия. И шанс вызвать кровотечение при критическом ударе. Кровотечение. Мана недостаточно, но потом будет. Наберем 2 маны нам. Соберем. Очень классно. Игра очень интересная. Я думаю, что вам понравится. Мы вместе с вами ее пощекочем. Монеток нету. Странно. Так, сложим. И двигаемся вперед. Нифигень. Это что-то кричит? А, нет. Звон. Прыжок. Мы и так перепрыгиваем. А вот и Волен. Кто ты, воин? Сейчас будем определять. Наша девочка может все. Я прям верю. Такая прям. Воительница. Конечно, не забудьте комментарий, лайк. По возможности бахнуть. Если вы хотите продолжение. Гробница вихрей. Добраться до свали в гробнице вихрей и получить его благословение. Ух ты, новый сосуд. Предательница. Свали предчувствовала наше прибытие. Полагаю, что... Так, маневрировать. О, нифига, это не просто так. Так, ведет в основном задание, ведет к цели допа задания. О, а что там такое? Вот это что такое? Прикольно. Классно, классно. Офигенно просто. Ну-ка. Это сражение? Глаз ворона. Позволяет искать башни ворона. Это вроде бы обычные, да? А, и там прыгуны еще есть.
Классно, что деревья не учитываются. Итак, что там? Что там интересные такие? Громила. Бог, ты шломби, не-не-не. Ну что же. Аккуратнее надо. Захвачен. Частицу забрать. Есть. Открыть сундук с ненавистью. Не знаю, что это. Предмет получен. Карта. Предвидение. Возьми еще одну карту, которая не является предвидением. Получите две маны. Вот это вот надо. Отлично. Вот это вот. Активировать. Ага. Супер. Так, здесь что-то. Отлично. Это у нас так. Там появление, превращение, добы задание. Во. Ну это обычное. Да, обычное. Но очень классно, что ничего не лагает, все прям идеально. Остановились.
Ну-ка. Есть. Так, мы забрали. Слишком много частиц, да? Потертый двуручный меч. Броня, да? Поглотитель сущности Ремра. Критические удары, которые вы наносите противнику, с кровотечения снимают, кровотечение наносит 200% урона. Потертый двуручный меч. Ну вот это, да, заберем. Но сейчас нету маны. Так. Ярмо немощи. При открытии блокирует одно ячейку реликвии. Получает 75 монет. Ячейку реликвии. Отлично. Так, реликвии, отлично. Что, надо двигать дальше? Где у нас есть? Здесь где-то был. Вон, воронечий этот. Взлететь. Просто мы и так не можем превратиться. Здесь какой-то опасный враг, но... Не знаю, еще рано. Наверное. Посмотрим. Трое, да? Ну пока не будем. Так, нам по заданиям. Офигенно, очень приятно. Ой, ведьма какая-то здесь, да? Домик. О, вот это красивый вид. При открытии увеличивает затрат маны на следующую карту в руке на 3. Получит 3 единицы маны.
сокращаете затраты маны на все карты в руке на 2. Ну вот это вот мы сделаем. Так, здесь 5 маны надо. Так, что здесь у нас? Потерки двуручные, потертые мечи. Нифига, молот фортуны. Вот это надо. Надо будет искать, короче, ману. Красивый. Мой зайчик. Зайку. Куда ты выбежал? Так, нам туда вот нужно. Карта. Вон. Показывать надо на 200. Прикольно то, что мы везде можем походить. Не только полетать, но и походить. Но, к сожалению, мы не можем просто так взять, например, пернатого, да? Это что у нас? Торговец? О, олень. Девушка? Да, девушка олень. Дрифа Хьют. Дороги полны опасности, но могут привести к удаче. Сегодня нам обоим повезло. Я несу оружие и доспехи и деревенскую кузнецу, а ты можешь облегчить мою ношу. И дальше я пойду налегке. И с кошелем монет. А ты с отличным новым снаряжением. Купить. То есть любую? Нету у нас столько еще. Интересно. Ой, как красочно, смотрите, цветочки. Ё-моё. Так, где у нас? А, вон. Впереди. Кстати, ну я думаю, тебе такое красивое понравится. Будем играть и наслаждаться. Может быть, еще можно на стрим вывести. Так, пока что этих. Там двое, но непонятно. До разлома надо добраться. Драк-то дофига здесь. А, здесь скелеты. И магия какая-то, да? Непонятная пока. Что? Ну так, влетаем. Что там такое? О, гоблины. И здесь торговец. Шикардос. Сейчас к разлому сгоняем.
Будь кто такие? Избавились от ненависти вокруг. Окрестности разлома очищены от ненависти. Чистые сундуки испускают луч света. Цвет, который зависит от типа сокровищ. Такие сундуки можно открыть, не поглощая частицу ненависти. А, понял. То есть у нас сейчас ненависть уже, да? Поглотить. Мана. Так, активировать частицы. Так, есть. Ну все, да? Так, у меня есть вот этот. У нас есть мана. Так, это молот. При каждой активации частицы вы получаете 30 удачи на эту фигню. Так, и потертый, да? Да, я, наверное, вот этот получше. Активирую. С молотом будем. Классно. Так. А тот мы оставим. Но все равно есть. Если что. Если не понравится, мы всегда можем вернуть. Так. О, деревенька. Недалеко. Сейчас посмотрим, как деревенька работает. Ошеломление делать. Хороший двуручный топор, щербатый наперсток. Два топора. Корона от оружия. Щелкаем. Мы заберем. Что у нас здесь? Рядом враги. Кто? Сверху. Вон. Так, превращение в ворона. Так, из-за того, что мы открывали сундуки, это плохо. Собака.
Отлично, лагерь захвачен. Так. Мне это закрыть надо. Награда. Ух ты. Спасибо. Манка, манка. 180-300. Давайте долетим. Не, молот хорош. Это что-то опасное будет. Двуручные. Ну, чисто здесь, да? Ух ты! Ну, вылетай. Фига он сносит. Тоже. Очень мало ХП дает. Хорошо вооружение. Постоянная ненависть. Плащ. Хорошее вооружение. Когда это? Ну такое. Все равно. Ерунда. Заточка. Угу. 36. То есть видите как, да? То есть даже можно затачивать. Это шикарно. Так, у нас... Что у нас здесь? Полет. Пошли. Так, здесь гоблины.
Надо будет посмотреть где-нибудь. Воинов. Здесь обычные. Ух ты. Повышенный уровень ненависти могильщик. 50 к первоначальному урону этого молота при каждом взаимодействии с могилой. О, удачное вооружение. Это что? Удача. Ой, удача. Это не молот. То есть карта теряется, да? Мол. Надо быть аккуратнее. О, восстановление. Пока что не был, да? Так, что у нас? Последнее. Вот, недалеко. Так, ну щит и эдакая секира. Во. Здесь что, поселение какое-то? Проклятый. Сундук проклятый. Сначала надо... Он пустой. Я-то не знал. И я-то не знал, что надо так сделать. Так, а что здесь у нас? 500 метров. Ну, очень живописно, красиво. Вот он. Ездить, что разгуляться, посражаться. Вот кто любит вот эти вот рогалики? Мир, там одна смерть. Сражение. Где скелеты? Ну, нам не к скелетам. Она гоблин. Гоблином. Ну-ка.
Нифига вот тут. Нифига, ребят. Есть частичка. Соберем. Бездонные карманы Свейт. Урон увеличивает на 1 за каждые 5 монет. Потертые. Угу. Выберем. О, шлем другой. Прикольненько. Много потеряны маны. Ну, давайте. Так, добраться до гробницы Вихри. Так, мне нужно вот это вот. Сколько мы? Есть полностью. Это прям приятно. Приятненько, приятненько. Так. Надо будет колотушку снова найти. Что колотушка прям супер. Так, увеличим скорость. Здесь призраки. Сражение с призраками. Интересно. А, есть кидающие. Ну, там, топоры. О, как красиво. Луна. Ой, полет нормальный. Интересно, а как снять это проклятие? Но выглядит первый взгляд вообще очень даже хорош. Отлично. Гробница Вихри открылась. Победить штормовой клинок ненависти. Офигеть. Блин, давайте, наверное, это на этом мы закончим, да? А побеждение. И если вы пожелаете, мы продолжим и победим здесь Вихри и все такое, и будем продолжать потихоньку открывать территории, ну и освобождать поселение. А на этом все. Хорошего настроения. Всем лиготом. Всем пока-пока.